Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Мы сделали следующее. Биржевая площадка, закупочный модуль, мы пробуем, не то что пробуем, он уже в нормальном режиме работает на закупках продуктов питания. Вот итоги закупок продуктов питания. Причем, еще раз я говорю, биржевая площадка отличается от обычной электронной площадки самым главным – предквалификацией продуктов. Туда не может попасть некачественный продукт. Он валиден. Валидность подтверждается документально. Он идентифицирован. Идентификация подтверждается кодами. Мы перевернули ситуацию. То есть нормальная, обыкновенная торговая площадка говорит, я хочу закупить, ну, яблоки. И все, кто хочет продать яблоки, приходят. Мы сделали наоборот. Мы сначала отобрали тех, кто готов поставить яблоки, морковь, картофель. Мы говорим, ты готов? Давай документы на твой картофель и ожидай. Вот у нас десятки. Там на мясо 56 поставщиков, вот просто там на картофель 25 поставщиков. Они сидят и ждут, когда появится заказ на это мясо. Появится заказ на этот. Они не знают друг друга, но они между собой анонимно соревнуются за то, чтобы продать дешевле. Но что дешевле продать? Валидный товар. То есть здесь не может быть такого, что мы задешево купили плохое. У всех одинаковые 10 знаков, у всех сертификаты качества или декларация о соответствии. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».